Я сделаю тебе подарок. Я соберу войско, убью твоего братца-предателя и подарю тебе его голову. Или он подарит мне вашу. Я уже несколько лет об этом думаю. Я уже несколько лет пытаюсь это осознать. Эти люди мне не просто как родные, я с ними выросла, я очень сильно изменилась благодаря им. Когда снег идет и белый ветер поет, одинокий волк умирает, но стая его живет. Мы уже стали как бы частью друг друга. Нам будет очень тяжело. Я Санса Старк из Винтерфелла. Это мой дом. И тебе меня не напугать. Самый первый день съемок. Я его помню смутно. Помню, как нас выстроили для сцены прибытия короля. Встаем. Ваше Величество. Там были Шон Бин, Марк Эдди, Лина, а у меня голова шла кругом. Я очень переживала. Мне называть тебя Леди Старк? Да. Мой лучший съемочный день — это когда мы снова встретились с Мэйси. Снимали саму сцену их встречи. И это был самый веселый и трудный день, потому что мы не могли держать себя в руках. И снято. Санса, подойди ко мне, голубка. Обожаю работать с Линой. Что вы делаете? Молимся. Ты само совершенство. Молитесь. Просто наблюдать за ней и учиться — лучший урок, о котором я могла мечтать. А если город падет? Ты бы этого хотела? Они знают, что их ненависть взаимна. Но им приходится быть любезными друг с другом, потому что кругом люди. Это ужасно смешно, потому что их друг от друга трясет, и это видно. Самая неожиданная сцена, поразившая меня... Остановите его! Отец! Джоффри, остановись! С того момента я перестала доверять сериалу. А в любой момент моих любимых героев могут убить. Если хотите сохранить... Завтра ты умрешь, лорд Болтон. Спи крепко. Моя любимая сцена — битва бастардов, где сражается Джон. Эстетически это прекрасно, очень интересно и не похоже ни на одну битву в кино. Такая съемка меня сразила наповал. Твой отец оказался ужасным изменником, милая. А что с ним случится? Это зависит от чего? От твоего брата. И тебя. Что бы я посоветовала Сансе в первом сезоне? Слушай, позволь мне в этот особенный день поделиться с тобой женской мудростью. Учись, каков худший из мотивов, чтобы восстановить меня против сестры. Не принимай ничего как должное. И знай, что из каждой плохой ситуации, в которую ты попадешь, будет выход. Сидеть! Место! Стой! Не будет второго такого сериала, как «Игра престолов». Мы стали семьей. Я люблю этих людей как братьев и сестер. А все заканчивается. Уже была последняя читка, последний ужин всем составом. А вот по кому я буду скучать сильнее всего. Съемочной группе, актерам, по всем. Это как сон, который сбывается наяву, прямо на глазах. И это чудесно. Я вырос вместе с Браном. В личном и в профессиональном плане. Это сыграло большую роль в моей жизни, и жаль, что больше не доведется быть Браном. Это был мой первый актерский опыт. Мы снимали в очень красивом лесу.
в Северной Ирландии, и кажется, это был самый дождливый день в моей жизни. Я был с мамой, и в конце дня я сказал: «Боже мой, я, наверное, так не смогу». Сплошной дождь и стресс. Я всегда работал в небольших командах, но это были самые лучшие люди на свете. На съемках у меня появились друзья на всю жизнь. Элли, игравшая Миру. Мила. Кристиан Нейрн, игравший Ходора. Мы с ним лучшие друзья. И мне очень-очень нравилось работать с Джоном Брэдли. Тебе было видение? Очень смешно было играть с ним ту сцену в 7-м сезоне. Мы хохотали. Ходор? Чтобы этим заниматься, нужна настоящая страсть, желание рассказывать истории. Это большая редкость. Когда удается собрать так много талантливых людей, добиться такого успеха, работать с лучшими в своем деле и так эффектно все завершить, это просто мечта. Помню мою первую сцену в пилотной серии. Прибытие короля в Винтерфелл. Все в этих большущих костюмах. Помню момент, когда король въезжает верхом на коне, и ему надо с него слезть. Очень сильная сцена. На марке Эдди, который играл Роберта Баратеона, было такое громоздкое одеяние, никаких шансов сделать это элегантно. Появляется конь, король делает так. А потом всем стоять. И бегом вносит лестницу, помогает ему слезть. Уносит лестницу, потом продолжим. Я это запомнил. Прекрасный момент.
Финальную сцену в первой серии мы сняли в трех вариантах. В первом я с голой задницей стою у стены, с очень милой дублершей. В другом я лежу на полу, а в третьем, в общем, там были разные степени обнаженки. В итоге остановились на довольно-таки прикрытом варианте. И я считаю, правильно. Все ради... Я буду скучать по людям. Вся съемочная группа, все, кто занят в проекте. Нам так повезло, что почти все возвращались сезон за сезоном. Возникало чувство, что мы создаем что-то особенное. Обычно к сериалу, любому, зрители теряют интерес к четвертому, пятому сезону. Но здесь он только растет и растет. В 2019-м исполнится 10 лет, как мы заняты этим проектом. Довольно немало. Это Джейми Ланнистер, брат-близнец королевы. В начале съемок я был совсем зеленый, а после Белфаста будто расправил плечи. И я стал лучше как человек. Мне будет этого не хватать. Вот тебе совет, бастард. Да что вы знаете о том, каково это? Все карлики-бастарды в глазах своих отцов. Мне на улице чаще кричат «Тирион», чем «Питер». Очень досадно, когда меня принимают за Тириона. Я разочаровываю их, когда открываю рот. А ты совсем не такой остроумный. Этот чертов сериал сделал мою жизнь прекрасной, но также испортил ее во многих смыслах. Ты умный человек. Но не настолько, как ты думаешь. И все же я умнее тебя. Когда я узнал, что меня хотят пригласить в сериал в жанре фэнтези, я сказал, нет, при моем росте мне неинтересно играть вымышленного персонажа. Я актер, мне нравится играть реальных людей. А в фэнтези это часто теряется. Но тут все наоборот. Тут такие отношения между героями. И сам Тирион, он по-настоящему живой. Это самый реалистичный из моих сериалов. Но в нем еще есть драконы и ходячие мертвецы. Когда я был маленьким, отец сказал мне, что последний дракон умер 100 лет назад. Но вот вы здесь. Фэнтези часто напирают на драконов и забивают на героев. У нас все наоборот. Когда я снова что-то такое придумаю, двиньте мне по роже. Я скучаю по Чарльзу Дейнсу, сыгравшему моего отца. У нас с ним особая химия, и мы хорошие друзья. Тирион, вопреки нашей вражде на экране. Лучшее качество Тириона для меня, как актера, то, что мне повезло поработать со всеми. Не у всех так. У меня были лучшие партнеры по площадке. Настоящие профессионалы.
И все они, вероятно, добры и щедры к своим коллегам. Ни одной черной овцы в стаде никогда не было. И раз уж конец близок, не будет. И съемочная группа лучше из тех, с кем я работал. Мы стали семьей, где все друг друга любят. Тирион стал так похож на меня самого, и я им восхищаюсь. Он хочет справедливости в мире, хочет сражаться за тех, кто не может постоять за себя. И я смогу ездить верхом? Сможешь. Зачем вы ему помогаете? Я питаю слабость калекам, бастардам и сломленным людям. Он просто хороший человек. Пот. Нет более верного оруженосца, чем ты. В последнем сезоне всего 6 серий. HBO дала нам на них больше времени, и это очень здорово. Потому что они безумно сложные, как вы, уверен, догадываетесь. Это настоящее кино. Мы каждый год снимаем 10-часовой фильм. Участвовать в таком проекте – большая честь, это прекрасно. Не важно, что съемки такие долгие и трудные, не важно, сколько на тебе грима и так далее. Когда ты причастен к чему-то великому, чем потом будешь гордиться, возникает такое чувство сродни влюбленности. Мне будет очень тяжело прощаться с Тирионом.